наш Т-25. Значит, он у нас гребет такими турецкими граблями. Граблям уже очень много-много лет. Наверное, им лет 7 или 8. Я их все устанавливаю. Есть видео. Не знаю, выставлял или нет, я восстанавливал. Спицы менял. Вот такие проблемы варили. Тут тоже колесо. Вот здесь была проблема. Все заварили. Здесь вставили железную втулку. Вытащили. И все нормально обварили. Здесь этот, ну... Работают. Работают и будут еще работать. Сейчас, правда, меньше, потому что косим немкой. И он один проход как бы делает. Так, был вопрос в комментариях. Покажи коробку передач. Ну, чтобы сделать такое более-менее обзорное видео, решил его снять. Из-за того, что стоит там ТЗовский рядный насос, сзади он датчик давления, шланг, он маленько подтекает и очень неудобно его делать, то есть не подлезть. Ладно, сейчас к основному. Ну, вот такие вот зеркала у нас побиты из-за косилок. Ну и вот сама цель этого видео. Ну, в самом верху, я так понимаю, передний ход, нейтралка, задний ход. Ну, это реверс рычаг, то есть у меня вот такой вот. И коробка. То есть сюда вторая повышена, сюда первая понижена. Дальше идет сюда замедленная, в эту сторону третья. Третья, четвертая. Здесь большая, пятая, шестая, здесь первая, вторая. Ну вот еще раз. Вот такое коротенькое видео. Так что пишите, комментируйте. Что знаю, покажу, что не знаю. Сами расскажите.